Сегодня мы с вами будем делать говорящую лягушку. Нам потребуется квадратный лист бумаги и полосочка. Полосочку мы будем использовать в самом конце, потому что понятно, что лягушка, она, конечно, говорящая, но она обычно по какой-то причине говорит. Да? Есть лягушки такие, которые надеваются на пальцы, может быть, многие знают, да? И тогда ротик открывается и закрывается. Это не наша модель. Вот квадратный лист бумаги. Да? Берем. Сворачиваем пополам. И расправляем. По диагонали. Второй раз сворачиваем. Второй диагональ. Главное здесь надо, чтобы совпало. Да? Вершины совпали. Ну и стараться делать достаточно ровно. Если будет неровно, ваша лягушка будет просто сосуд. Ничего страшного тоже не произойдет. Итак, уголки отвернуть в центр. Для того, чтобы это сделать ровно, давайте еще согнем по средней линии. И еще раз по средней линии. Вот. Значит, у нас получилось, видите, 4 квадратика маленьких, да? И теперь по диагонали отворачиваем. Совпадает. По диагонали отворачиваем. Совпадает. По диагонали отворачиваем. Совпадает. Ну, опять же, чем точнее, аккуратнее будет, тем приятнее будет ваша работа. Если нет, то на данную конструкцию тоже это не повлияет. Итак, видите? Соответственно, разбили на 4 квадрата и загнули все в центр. Получили квадрат, вдвое меньше, вдвое. Да? Вот такой квадрат. Теперь, ну, понятно, что она у нас будет квакать. Для этого ей нужен будет ротик. Соответственно, ну, хотя бы один. Хорошо, тогда сделаем так. Вот это переворачиваем и отгибаем к центру, но всего 2 квадратика. Раз, отгибаем к центру. 2 гибарца. Мы с вами получили такую заготовочку нашего лягушонка. И теперь 2 квадратика отгибаем в центр. У нас получилась заготовка нашего лягушонка. Голова сейчас. Да? А это будет его туловище. Вот эти отрезочки, вот эти, видите, закрываем в центр. Одеваем нашего лягушонка. Вторую тоже сторону сворачиваем. Вот он сейчас у нас такой политичный. Вот. Видите? Вы скажете, где же лягушонок? Теперь нам нужна пауза, как раз будет. Поскольку он, конечно, будет говорить, открывать рот, но для этого, как у любого руководителя, у вас должен быть инструмент, которым мы управлять нашим лягушонком. Что сказать, вы потом сами придумаете. Вот. Вот так вот. Значит, здесь надо прижать к ногтю, чтобы палочка получилась достаточно гладкой, ровной и крепкой. Да? От этого зависит надежность вашего мероприятия. Итак, будет говорить вот этот вот ротик. Сейчас будет ротик. Прежде чем мы его оформим в ротик, надо замаскировать нашу палочку. Мы берем нашего лягушонка и вот здесь на сгибе совсем небольшой разрез. Я бы сказала, даже надрез. Если мы сделаем слишком большой, палочка будет вихляться. Да? А нам нужно вот совсем чуть-чуть, вот прям небольшую дырочку сделать. Просовываем туда нашу палочку, вот так, видели, до конца. Так мы просунули ее до конца. Сейчас второй раз. Я пытаюсь, так, вот так вот, так лучше. Итак, вот мы ее просунули до конца. Она уперлась в самый носик. Видите?
Теперь никто не видит, как мы этим лягушонком управляем. Вы пока не видите самого лягушонка. Да? Сейчас увидим. Итак, мы делаем ротик ему. Чувствую. Ротики мы делаем следующим образом. Вы помните, что у нас там палочка. Вместе с палочкой перегибаем. Видите, вот этот квадратик? Пополам его сгибаем. Значит, надо единственное, что начинать с середины, чтобы палочка оттуда не выскользнула. То есть весь секрет-то мы знаем, в чем в нашей палочке. Поэтому вот мы. Теперь этот у нас ротик. Где же пучеглазые глазки? А вот они. С той стороны пучеглазые глазки. Мы распрямляем. Не хотите лягушку? Пожалуйста. Давайте сделаем лисичку. И тогда это у вас будут ушки. Да? То есть это дальше конструкция будет зависеть от того. Понятно? Вот здесь раз и распрямили. Переворачиваем. И что же мы видим? Вот такой замечательный лягушок. У меня он после этого не вышел. Сейчас я чувствую, на лисичку тоже похож. Похож на лисичку. Ну и как будет работать? Я специально освободила палочку. Здоровается? Квакает? Видели? Вот такая вот симпатия. Главное, как говорится, давно как донесите. Значит, сейчас мы всех научим, как это делать. Берем бумагу. Вот только попасть надо по диагонали. По диагонали складываем. Не бойтесь. Ну, страшно, ну будет у тебя лисичка. Не зеленая лягушонок, а такая рыжая лисичка. Тоже хорошо. Итак, по диагонали сложили. И крепко зажали. Да. И еще раз по диагонали. Давайте, давайте. По второй диагонали. Нет, не так. Надо расправить. Ребят, надо делать в точности, как показывают. То есть сложили, потом. Вот, сделали диагональ, ну, квадратный диагональ, ну, кто не может сделать? Все могут сделать. Раз диагональ, два диагональ. Теперь все, соответственно, оси симметрии, да? Раз пополам провели. Я делаю на весу, а вы проверяете. Выравниваете и проверяете на партнер. Итак, получилось? Нет, этих осей надо горизонтально и вертикальную тоже, да? Может. Вертикальную ось тоже нужна или нет? Пусть будет. Да, да, да. Да, нужна. Нужна вертикальная. У вас обе оси есть? Вот такая есть? Нет. Смотрите, вот нужны две оси. А. Да. Да, да, да. Угу. Дальше. У вас получилось 4 квадрата. Получилось каждый квадрат. Заворачиваем центр. Не надо бояться, если у вас будут вдруг зазоры, но плохо будет, если у вас бумага будет налезать, потому что может плохо разворачиваться. Поэтому посмотрите, чтобы... Да. Можно, все можно, конечно, можно. Нет, ну это еще рано. Палочку еще... Нет, ну она уже делает, молодец, чушь. Каждый на своем этапе. Итак, увидели? Да. Это значит следующий этап, в центр. Перевернули. Посмотрели, какой у вас треугольник. Ну, если вдруг что-то неровно, какой у вас треугольник самый большой вышел. Из этого будем делать ротик. И тогда вот эти два треугольника отворачиваем назад к центру. Два, да. Два угла отворачиваем к центру. А какие треугольники? Как? Любые. Ну, в принципе, любые, но если у тебя есть выбор, если не ровный, то лучше выбрать большой. Да, вот перевернул. Вот
так переложил тебе. Так, потом ты перевернул, и 2 квадрата, 2 квадрата, да, вот у тебя получилось. Теперь, пока мы с вами не загнули, вот на такой стадии, поскольку у нас ножницы одни, видите, нам нужно здесь подготовить, не согнули, чтобы потом гнуть. А вы палочку можно готовить? Чем жестче твоя палочка будет, тем лучше. Каждый раз складывать ровно пополам. Да. Да. Нет, не там, где язычок, а наоборот. Где надо освободить ротик, а для этого выгнуть вот сюда, понятно? Давай, выгибай. Я сейчас пройду. Угу. Ну, да. Вот. Первый уже заплакал. Сейчас пойдет. Тихо. Да. Нет, надо еще раз постараться загнуть. Еще чем тоньше палочка будет, тем будет незаметнее фокус. Угу. Сейчас. Вот видишь. Да, одеваем в него камзол, если это лягушонок. Сейчас. А? Да, вот так вот просовываем. Просовываем палочку. Да, давай. Угу. Просовываем. Лучше еще поприжать, потому что она, видишь, у тебя разворачивается. То есть... Вы стараетесь сделать. Да, Леша, где твое? Да, палочку сделал? Ну, молодец. Вот теперь подсовывай и закрывай. Так, вот сюда. Сейчас приготовим палочку. Да. Вот так может тебе помочь. И подсовываю палочку. Подсовываю. Тебе не надо. Нет. Ну хорошо. Да. Я тоже закончила, да. Палочку сделали, проткнули палочку. Сначала ввели внутрь, да? Сначала ввели внутрь, закрыли, центр симметрично сделали. Видите? Теперь, не упуская палочку пополам, и вот ваш лягушонок готов. Да, значит, еще раз про глазки. Я вижу, что все сделали на всякий случай. У вас маленькие квадратики, да? Соответственно, выгибаем, просовываем и выгибаем их вот так. Берем, приподнимаем. И ставим. Да, это вот такие вот. Нет, сначала надо закрыть ротик. Вот на палочку. До конца сделал, да? Сначала ты ротик закрываешь ей, а переворачиваешь вот квадратики. И вот их выгибаешь. Вот видишь, подцепил. Они чуть-чуть наложил. Ну вот так. А хотите там остатки? Такое должно получиться. Глазки. Вот они такие сошлись. Правильно? Вот это уже ротик открыл. А вот глазки.
просто оригами, оно не предусматривает, что будете заклеивать, но можно и раскрасить, и заклеить, и пуговицы нарисовать. Это что называется, у кого что под рукой имеется. Вот видишь, он такой чугунный. Вот он нажимает на вкладочку, сейчас подглядишь. Можно ему... Сейчас снова один это делаю. Уж больно большой ротик-то получился. У тебя, наверное, вот, видишь. Шишина скосок. Вот чемпионатом у тебя будет. Он как вчера залазался. Держи. Ну, получилось. Молодец, не вот так тебя. Ну, подними своего. Что-то какой-то он у тебя. Да. Да. Ну, веселенький какой. Да? Ну, и молодец. Да, смотри. Вот видишь, он уже убегает у тебя. До конца. Она у тебя уже не ведет, а до конца. Раз. Держала. Я говорю, что для всех.